ЧП с военными случилось вчера в бухте Павловского. Она расположена в окрестностях города Фокино. Десантный корабль высаживал БТР прямо на лед. Одна бронетранспортная машина прошла до берега, под второй лед треснул, и БТР начал набирать воду, а потом пошел на дно. Военные выпрыгивали прямо на лед. Сука, люки надо было задраить. Нихуя себе! Вообще ебать! В общем, предпраздничное настроение у кое-кого было испорчено, потому что кому-то 100% за это прилетит. Но утонувший БТР подняли со дна в тот же день, после чего его доставили в часть.